Во Франции женщине грозит 3 года тюрьмы и 300 тысяч евро штрафа за то, что она вошла в себе в квартиру. Представляете? Дело было так. Женщина поехала в отпуск, приезжает с отпуска, подходит к двери собственной квартиры, вставляет ключ и ключ заедает. Ну, не получается у нее открыть. Она думает, ну, наверное, замок сломался, куда деваться, такое бывает. Ну что, вызвала слесаря. Слесарь, француз, взял, открыл дверь, заходит в квартиру, видит, что вещи, ее вещи, лежат как-то, ну, не на своем месте, не так, как она оставляла. Оказалось, что как только она поехала в отпуск, в ее квартиру проникли оккупасы. Ну, в Испании их так называют, то есть сквотеры, которые занимают чужое жилье без ведома хозяев. Эти сквотеры взяли и написали заявление на хозяйку квартиры за то, что она проникла в свою квартиру, в ее квартиру по документам, все это не чужая квартира, без их ведома. Аргументируют они это тем, что их вещи тоже находились в квартире, и на момент проникновения они там жили. Потому что по французским законам, ну, так же, как и по испанским, если в вашу квартиру проникли оккупасы, то их выселением должен заниматься только суд.